В Свердловской области началась подготовка к вакцинации жителей от гриппа. Как сообщили в городской больнице, прививочная кампания в Первоуральске стартует в середине сентября. Новая вакцина разработана с учетом рекомендаций врачей-эпидемиологов и защитит от тех видов вируса гриппа, которые будут активны в приближающемся эпидсезоне. Медработники планируют привить от сезонного гриппа 65% горожан. Это более 80 тысяч человек. В первую очередь прививки получат те первоуральцы, которые входят в группу профессионального риска. Медработники, педагоги, школьники, студенты, работники торговли и транспорта. Напомню, в прошлом году в Первоуральске гриппом заразились около 200 человек.